Всем привет, продолжаем проходить King's Bounty. Так, пока я не забыл, нам нужно вернуться к королю грифонов и отдать корону. В прошлой серии я этого не сделал, потому что я забыл. Я занимался фигней всякой. Сейчас нужно обязательно это все сделать. О, тут еще корабль стоит. Это мой, что ли? Интересно. Значит, деньги у нас есть, вроде бы все в порядке. Армия есть. Отдадим корону и вернемся на острова Свободы. У нас есть там еще ряд незаконченных дел. Проникнуть в шахты Джеймса, найти птицу, потерявшуюся в ирландском лесу. Это я не хочу делать. Тайну заброшенного замка потом. Черную метку счастливчика. Это по главному сюжету. Найти клад по карте капитана. Так я же ее нашел. Я же нашел этот клад. По-моему. Ну какой-то клад я точно нашел, и карта у меня пропала. Давай, 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 скачи на самый верх. Можно было на самом деле яйца грифонов забрать. Посражаться еще и с ними. Но я не буду этого делать. Ну что, искатель, ты что-нибудь узнал насчет короны? Ты искал ее? Я не только узнал, я принес вам корону грифонов. Корона у тебя? Это отличная новость. Я благодарен тебе, Секонд. Ты честно заслужил свою награду. О твоих заслугах станет известно каждому моему подданному. И твоим именем станут называть молодых птенцов. Ага. Давай, нормально он опыта отсыпал. Так, он продает яйца, продает 3,5 тысячи грифонов. Офигеть можно. Кстати, третий уровень у них, 90 здоровья, очень неплохо. Сопротивляемость магии у них есть. Отвечает на все атаки. Неплохой юнит. Можно задуматься. Спасибо, Ваше Величество. Может быть, я могу еще чем-нибудь вам полезен? О, еще задание есть. Живет у нас на острове художник один, который утверждает, что он лучший из лучших. И недавно нам захотелось увековечить наше величие в холсте. Поэтому заказал я свой портрет художнику этому. Золото сразу ему отдал, а портрета все нет и нет. Можешь сходить к нему и узнать, где же наш портрет. Погнали. Он здесь же на острове, с другой стороны только. Ну вот он, по сути. Сколько там? 150 опыта. Блин, не хватит на уровень. Ничего страшного, значит, на страх свободы добьем 12-й. С грифонами я буду дружить. Поэтому оставлю их в покое. Немножко золота. Вообще-то я пришел по поручению короля грифонов Харла. От Харла? Да, он мне заказал свой портрет. Я его практически закончил. Не хватает всего пары деталей. Надо всего-то золотую корону нарисовать и царственный взор. Но декорирующий позолоты у меня нет. Без нее закончить картину никак не могу. Но где можно взять твою позолоту? Хорошую позолоту делают гномы. Я всегда покупал ее у Декара. Но после того, как я в очередной раз в таверне не сошелся с гномами во взглядах на искусство, скульптуры, бородатые карлики и видеть меня не желают. Может, ты сможешь разыскать Декара и купить у него позолоту? Где искать его? Обычно или в таверне сидит, выпивает, или что чаще около входа в крестонские шахты вертится. Он там руду и драгоценности скупает. Типа ищем. Значит, он где-то тут. Неподалеку. Я надеюсь, не в самих шахтах. Потому что туда нам ход заказан. Но мы не можем туда попасть пока что. А, вот он.
Чего тебе? Я хочу купить у тебя декорирующую по золоту. По золоту говоришь? Раньше по золоту меня покупал только художник со стру грифонов. Это он тебя послал. Да, он рассказал, что вы немного повздорили, поэтому он и боится сам у тебя просить. Да, было такое дело. Знаешь, если ты и впрямь хочешь ему помочь, то придется тебе немного поработать. В крестонских шахтах добывается ценная руда. Вот в обмен на нее я дам по золоту. Принеси мне 7 слитков руды и получишь то, что тебе нужно. Как она выглядит? Красноватого цвета, ты лучше ищи по тележкам. Вам, людям, эта руда не нужна, так что никто ее не трогал с тех пор, как крестонские шахты к барону Ахею отошли. Ну, замечательно. Вот то, о чем я говорил. Но мне же не откроют их, правильно? Шахты. Стой, кто идет. Свои, я секонд, королевский искатель сокровищ. Извини, искатель сокровищ, но по особому распоряжению его величество проход закрыт. Мне очень нужно попасть туда. Извини, ничем не могу помочь, приказ. А если хорошо подумать? Есть у меня ключик, который любые двери открывает. Золотой такой, с профилем его величества. Ты что, это взятку предлагаешь? Я понимаю, конечно, что служба у меня не медом мазана, да и жалование могло быть побольше, но твое предложение оскорбительно для меня. Это просто проверка была. Молодец, выдержал с честью. Так начальству и доложу. Честен, тверд и морально устойчив. Да, не получится ничего. Надо открывать шахты. А для этого нужно продвигать сюжет. А для этого надо разобраться с этим. С засранцем на островах. Так, лодку он мне предлагает. Нужна лодка. Значит, это задание откладывается на неопределенный срок. Блин, не мог он мне просто отдать по золоту, я бы просто получил свой опыт и все. И разошлись бы, как в море корабли. Но нет. Давай придумывать всякое разное. Какой придурок здесь корабль оставил, понять не могу. Кто ж так паркуется-то? Так, тут у нас кто, напомните? А, обычные зомби. Интересно. Погнали на острова. Так, во-первых, здесь есть те, кого я могу заломать. Вот, слабый. Так, рыбки сразу забирают мой сундук. Гадины. Ходят первые всех. Это не круто. Так, вот здесь я вижу неплохой обоз. Можно просто усыпить тут рыбу. Ну, как бы проблема, тут еще рыбы есть. Ладно, разберемся с ними. Так, одно мы замедляем. Господин мечник, сидите в оборонке. Вот это правильно. Ждет, вот гадина, а. Дойдут, значит. Можно как-то попортить их планы. Ждет. Не, подожди, такое не сработает. Ты будешь сейчас ходить. Тут я вообще не хочу никого терять. Уж такое себе. На 900 лови.
Попробуйте теперь пробить. Спасибо. Давайте, наверное, даже вот так сделаю. Оборона. Правильное решение. Ну, на три клетки ходит. Вот это плохо, блин, сейчас кусать будет гадина. А, он медведей. Почему медведей? Очень странно. Так, а ты кого? Мечников. 1100, офигеть. Вот это танканул. Так, развернулась и пошла в другую сторону. Сами себе перекрывают. Молодцы. Ты будешь спать. Тебя мы обольем. 1200. Вот это хорошо залетело. Супер. Так, убиваем вот эту. Не дойдет. Жаль, она не воскрешает. Сейчас бы мишку воскресить. Сейчас опять кусать будет, да? Нет, не будет. Ну все, они больше не навредят. Не должны, по крайней мере. Как же вас так... Ай, блин. Ладно. Почти всех. Свидание. Кого я сколько потерял? Одного медведя. А да ерунда. Вообще не почувствовал даже. Я не знаю, вот этих пиратов я, наверное, буду бить, но... Давайте сейчас попробуем. Ты куда прешь? Лево руля, якорь тебе в брюхо. Сейчас корабли сцепятся, их потом и кракеном не разнимешь. Проклятие, посмотри, ты же мне обшивку содрал. Высади своего рулевого на берег. Капитан, кривые руки, косые глаза. Ты что, судно в подарок от папеньки получил? И как только такие капитанами становятся? А повежливее нельзя, это была просто случайность. Ну, ты думаешь, что так легко делаешься? Крыса там портовая. Крыса ты портовая. А, да мне теперь всю обшивку менять придется из-за тебя. Нет, так дело не пойдет. Или плати 3000 золотых на ремонт корабля, или сейчас мои ребята будут тебя учить, как нужно судном управлять. Ну давай, попробуй. Идеальные условия для абордажа. Это мне не очень нравится. Как-то вот по-другому все расставлено. Очень странно. Так, второго уровня, ребята, да? Идите второго. Девятьсот пятьдесят. Нормально так. Блин, а всех никак. Давай вот так хотя бы, не знаю. Тут лучники могут мне потери. У него всего 5 маны, кстати говоря. Это очень хорошо. Значит, от него никаких сюрпризов особо не будет в виде заклинаний. Так, ну сейчас будет, да, больно. Стрелять. Гадина 200, блин. Ой, блин, они ж не замораживаются. Это я дурень, а.
Я забыл совсем про это. Ждут. Вот так значит, да? Блин, как бы вас так грамотно всех поубивать. Во, уснул. Хорошо. Прям замечательно. Но они-то при чем здесь? Не надо в них. Лучников-то мы купим. Это ерунда. Так, а можно 38, да, сразу убить. Чтобы они меня не беспокоили больше. Они сейчас будут ходить. Или не будут. Или я первый это сделал. Они просто два раза будут сейчас ходить. Вот в чем проблема. Давай, упреждающий удар. Кританьи. Нифига. Держи еще больше урон. Свидание. На выход. Красавчик вообще. Злобоглаз. Ну-ка, отойди-ка. Наверное, не достану, да? Ну вот, снова потери. Чего ради уровня не сделаешь? Пойдет. Давай стрелы дракона, надоели они мне уже. Будем наказывать. Надо сундучок еще не забыть забрать. Еще молодцы, ПКД их усыпляют. Это зря. 2000. Так, тут медведи разберутся, как бы. Ерунда. Хорош. Просто хорош. Харкани. На поверочку. Так, они продолжают просто стоять. Забираем. Что у нас тут? Руна силы. Вот это я понимаю. Так, не смог усыпить. Ну ничего страшного. Я, блин, сейчас потери будут. Два мечника. Ну ладно. Пофигу. 100 плюс уровень. Конечно же, лидерство. Так, у нас теперь еще больше доступно войск. А мечников у тебя нету, да, друг? Ладно, поплыли. Значит, что я могу взять? Тактику берем. Однозначно. Я хочу взять натиск.
Блин, древних медведей бы найти. А тут нету их случайно. Вон тут фигня. Тут надо будет еще с орками разобраться. Там еще плюс бандит есть. Что-то вроде того. Подожди, а есть товары? Фигня. Тут просто лучники. Это немного не то, что мне нужно. Можно сходить к варварам, сделать задание с этим, с черепом. Думаю, что, наверное, так и поступлю. Немного слабее. Иди-ка сюда. Так, вот она тактика. Мы можем теперь делать расстановочку. Не то чтобы это прям было круто, но... Нужная тема. По крайней мере, мы можем подстроиться под врага. Так, чтобы мечники не творили дичь. Сейчас дичь будем творить мы. Нормально так. О, у него ярость. Вообще супер. То есть теперь он будет всех атаковать подряд. Кидаем адский косяк. Бешенство, бешенство на этом. На варваре. Лучше даже и представить нельзя было исход. Этот выйд не будет, потому что я потратил его ход. Блин, они ж не замораживаются, но зачем я это делаю? Нафига именно в него стреляю-то? Давай, терни каких-нибудь. О, красавчик, три шестерки. Так, все, ярость спала. Медведи пусть подождут. Всех терни почти убил, красавец. Ну, началось, короче, да? В колхозе утро. Усыпи их. Они мне тут нафиг не нужны. Блин! Ну, зараза, ну... Ой, иди нафиг. Да, блин. Иди нафиг со своим страхом. Свидание. Там крит? А, нет, 1300 просто. О, 1700, нормально. Вот лучники как бы глупости не делают. Они просто стреляют. Красавцы. 27-34. 41-61. Давай, бей. Критани. Пожалуйста, да не. Фиг меня, не крит. Надо освободить место немножко. Да блин, Мишка, как ты бесишь, а? Выйти он не может. У всех, кроме самого переднего варвара. Да и плевать. Он уже труп. Волк, самое главное, умер. Вот это хорошо. В тернию, красавчик. Лучший просто. Этот спит. Да и ты поспи, пожалуй.
Плевать будет. Ну, конечно. Только вот это бесполезно. Сколько? Три хода есть. Свидание. Ну, я считаю, неплохо. Три мечника, три лучника, ладно. Плюс знамя. Немножко лидерства. У нас уже 6100 лидерства. Вот бы 20 тысяч поскорее. Немного сильнее, да мне пофиг, что немного сильнее. Так, стрелков у тебя нету, да? Давайте что-то интересное придумаем. Можно вот такую коробочку сделать, почему бы и нет. Нападай на тернию. Это хорошая идея, еще и этому перекроешь. 2000 нанес, нормально, да, урон? Вот, идеально, всех. Идеальный баланс, как говорится. Лови яд. Мне бы катапульты. Они бы тут неплохо жахнули. Что-то вы быстрые, по-моему. Сильно, ну угомонитесь. Блин, многовато их. Конечно, будут потери. Но я думаю, что я медведя поведу. Буду медведя продавать. Забираем сразу 2800. Неплохо. Засни, пожалуйста, блин. Сработало, ладно. Огонек в тернии. У них к этому уязвимость. Что-то сюда не встало, а. Крит, красавчик, 1900. Лучники меня радуют в последнее время. Не знаю, почему так. Почему они начали вдруг так хорошо себя проявлять. Всегда были не очень. А тут что-то как-то норм даже. Так, тернии подождали, пока им вход перекроют, да? Отсюда. Блин, много варваров. Бить или не бить, вот в чем вопрос. Можно попробовать что-то как-то схитрить. А что я здесь схитрю? Что я сделаю? Этого я даже не знаю. Может быть... Берсерка сделать. Но он не ударит с этим скиллом. Бесполезно. Давайте вот так сделаем. Побольше урон будет. 1600. 103. Ну, в принципе, пойдет. Так, еще у нас сейчас будут, начнут страдать эти, как они, как бы вас так ударить. О, пойдет. Начнут страдать еще алхимики. Развернулись. И злобоглазы, скорее всего. Бы мне вас так полить хорошенько. Ладно, алхимики вперед. Двоих только можно задеть. Ну давай двоих. 1100-500. Нормально.
Пойду-ка я подобру по здорову. Давай, кусай, готов. Конечно, тут других вариантов нет. Это плохо. 400, блин. Скоты, а? Может, мне вас нанять? 200 на нафиг. Мне надо злобоглазов. А, медведей. Ладно. Куда не шла еще? Вот это вообще в обход пошел. Двести девяносто. 608 можно. Неплохо, это только свитком. Это даже не полноценное заклинание. Что, я зря этой боли, что ли, набрал? Не любят они мечников вообще. Блин, зря я это сделал. Подставился. Ну ладно. Чему быть, того не миновать. Хотя, есть один вариант. Давай, ты совершишь ошибку. Она же должна остановить его, ловушка. Да-да-да, отлично. Неплохой вариант. Тем более он забайтился и свою способность использовал, дурачок. Блин, но все равно больно сделал. Пусть. Так, ну здесь потери посерьезнее, конечно, но все еще как бы. Облако яда. Вот это выбор. Что же мне выбрать, интересно? Ярость или ярость? А, ну, наверное, ярость, да. Жезл офицера. Лидерство дает. Можно улучшать. А я человек простой. Вижу жезл офицера. Давай не будем, пожалуйста. Не надо. Меня устроит и жезл офицера. Блин, да вы шутите, я не сохранился. Это я дурачок. Ладно, сейчас я по-быстрому заново это все отыграю. Как бы зачем смотреть это второй раз, правильно? Так, в общем-то, в этот раз... Вот такие у меня потери. 8 алхимиков, 12 медведей. Увы и ах. Все тот же самый выбор, мы сохраняемся. Значит, жезл офицера улучшается 4 раза. Вернее, 3. Сначала до полковника, потом до генерала и до маршала. Он дает у нас лидерство. Вот, я поменяю его, потому что у меня стоит железный зуб, который 20 лидерства дает. Мы меняем на 250, у нас становится еще больше лидерства. Продам, ладно. Эту фигню, хоть она очень дешевая. Равный по силе, ну давай. Так, значит, у нас алхимики идут, получается, в расход. Это стоит учитывать сразу. С алхимиками мы прощаемся. Как бы это прискорбно не было. Как бы вас побольше задеть-то, а? А тут не получается сильно много задеть.
сожалению. Возможно, сейчас ломаем дров. Да, давай. Отлично будет, мне кажется. Полторы. Нормально. Так, стрелы дракона давай мы тебе дадим. И отстреливай вот этих вот неприятных мне тварей. С которыми у нас могут проблемы возникнуть. Вполне себе. Так, ты пока ждешь. Ты тусуешься на месте, тоже ждешь. Сейчас будут больно стрелять. А, в алхимиков норм. Да-да-да, все в алхимиков. Пусть впитывают. Может, медведей вместо них взять? Пользоваться. Может быть, и не надо. Есть у меня один вариант хороший, но, правда, он уничтожит мораль. Да. Ну ты, тварь, ну зачем ты подошел так близко-то, а? Ты бесишь, а? Ладно, ждем. Расходимся тогда. Раз такие дела. Вот упор подошел и все, вот хоть ты тресни, блин. Так, подождать или подожду? Надо отойти, а для этого надо медведей убрать. Сейчас медведи будут атаковать. Так, медведи, погнали. На лучников я кину точность, вероятно. Буду стрелой дракона долбить. Так вот, в них не надо. Это уже лишнее. Такое ощущение, будто по точности лучники наносят критический удар. Урон, вернее. А, нет, не всегда. Просто так везло, видимо. Ну чё он не уснул-то? О, 700, ну какие 700? Вы больные, блин, какие 700? Тварь, блин, тупорылая. Как же меня бомбит с искусственного интеллекта, а, в этой игре. Да и так и в героях было. Всё-таки разработчики токсики. Любых стратегий. Так, давай вот это он еще не ходил, может он усыпится. Да нифига. Блин, медведи. Ах ты тварь, блин, а? Что с тобой сделать? А, зеркало боли на 500. О, 1100, давай. На нафиг. Это, кстати, поняли, в чем прикол? Они этот урон нанесли по тернию. То есть комба получается злобоглаз плюс зеркало боли. Сначала уничтожаем один отряд с помощью гипноза, а потом уничтожаем тот отряд, который уничтожил первый. За счет зеркала боли. Ух, это мощно. Кстати, это неплохой билд. Почему я раньше до него не догадался? Для этого мне злобоглазы нужны будут по КД. Мишка, отходи. Да иди отсюда, блин, ко мне уже подошел вплотную.
своими терниями дебильными. Был бы метеоритный дождь, я бы вам показал. Я бы сыт. Полторы. Ой, хорошо закинул. Молодец, злобик. Давай, накажи их. Слабовато, конечно, но... Чем богаты, как говорится. Злобоглаза убили, да? Он уже победил. Там нормально. Так, вроде как больше островов. Ой, островов. Врагов нет на этом острове. Да? Вот прыскаешь свою кислоту. До свидания. Токсики. 30 лучников, ну куда это? Ну ладно, их мы купим. Так, фонтан ярости, фул ярость. Что у нас тут? Есть обычные медведи, ну нафиг мне обычные. О, свитки. Так, забираем голову Катаноса. Кто он там? Здесь белые. Золотишко. Ничего нет. Очень странная тема. Так, замок этот мы уже... А, Вилли Кромберг здесь какой-то. И вот он опыт. Почему у тебя лучников нету, а? Негодяй. Еще раз от имени губернатора благодарю тебя за содействие в подавлении мятежа. Я всегда буду рад видеть тебя в этом замке. О! Обновился ассортимент. Но правда ничего годного все равно не появилось, но спасибо. Спасибо за ассортимент. Теперь надо вспомнить, кому я обещал принести эту голову. Кажется, торговцу вот этому, по-моему, или кому. Помнишь, мы говорили с тобой о голове Канатоса? Кажется, у меня есть именно она. Тысяча акул мне в глотку, это она. Слушай, не предлагаю ее никому другому, продай ее мне, я дам тебе за нее 20 тысяч золотых. Да пофиг, пусть забирает. О, лучники. Это ему награда за лучников. Будем считать так. Так, ну что, я предлагаю сюда сходить. Давайте сходим. Посмотрим хотя бы, что тут. Стоит мне сюда переться или нет. Ты стоишь у входа в подземелье, которое спрятано под башмаком могущественного титана. Я Амели Мидас, служитель культа титановедов. Всего за 1000 монет я могу впустить тебя в настоящее подземелье титанов. А за одну монету я расскажу тебе что-нибудь из истории Эндории. Послушай, раз уж ты все равно собрался в музей, может, окажешь мне одну услугу? Какую? Понимаешь, сейчас в музее хозяйничает отряд орков под предводительством Бдыххаара. Одна надежда на то, что раса орков почитает титанов своими творцами, как иные почитают богов. Надеюсь, они не разнесут весь музей по камушку. Может, очистишь музей от них? Давай. Так, тут сразу есть вещи, которые окупают затраты. Это плюс защита. Выйти я могу в любой момент из музея. 3 руны. Ну, это мощно, конечно, это мощно. Еще вот эта вот штучка есть. Так, а 3 руны мне что-то дают? Особо ничего.
Еще защита. 8 атаки, 15 защиты. Но урон нормально режется. Так, тут есть немного сильнее. Это не тот отряд. Вот он, слабый. О, иди сюда. Сейчас мы тебя накажем слабого. У него даже огры есть. Нифига себе. Но это ему не поможет на самом деле вообще никак. Его огр. Ускор дал оркам-ветеранам. Вот это плохо. Вою налево. Блин, мощные, да. Но это орки-тираны. Чего еще хотеть? Давайте-ка нанесем урон всем. В принципе, бояться огра не стоит. Он медленный довольно. Медведи поцарапал мне. Так, нападай-ка на тиранов. На ветеранов, вернее. Я бы мог больнее, наверное, так ударить. 1-2. Что так слабо-то? Давай в огра. Что урон вообще не идет. Кстати, если на альт нажать, то хп отображается существ. Я что-то об этом совсем забыл. Так, ну давайте точность. Погнал. С этими уж как-нибудь разберемся. 3, 4, 5, 7. Давай. Ветераны все-таки. Так, огр. Огр ходит на две клетки. Не, наверное, уберу эту. Эти полоски, они мне мешают. Привычно. Ослепление. Ах ты гадина, а. На нафиг. Чтобы я снимал, да, ослепление. Ой, хорошо. Давайте я сниму, ладно. Сниму и точность, конечно, но что поделаешь. 1-2. Слабенькие нынче стали. Ученые эти. Мало их осталось. Так, огр пытается дойти. Одиннадцать, двенадцать. Он все еще не доходит. Правильно под эту фигню лезьте. На нафиг. Все правильно. Так, вогра. Держи. Замедление, да? Не страшно вообще ни разу. Давайте облако яда. Я бы косяком ударил, конечно. Пусть облако яда будет. Убью огра. Напрягает. Больно, да? Ну, вы как хотели. Издеваются просто над орками. До свидания. Вот и все, сделали задание. 5 медведей, конечно, это недоразумение. Так, 3 ослепления. Но, по-моему, ослепление это хаос. А, нет. Нифига. Это искажение. Хорошо, пусть будет полезное заклинание. Немного сильнее. Тут у нас огр тоже немного сильнее.
Будем нападать. Блин, там гоблинов много. Ну, сундук-то хочется забрать. Ага, и теперь ценой жизни мне его сундук, да, обойдется. Ладно. Так. Подожди. Это просто орки. Да? Я могу заставить катапульту сделать дичь. Вот что важнее. Катапульта опасна. Ну вот как-то так. Казалось бы, обычный гоблин, блин, с переносной катапультой, но он опасен. Его недооценивать вообще нельзя. Он опаснее даже, чем пушкари какие-нибудь гномии. Ну, лично мне так кажется. Походу, мне придется в замок за медведями возвращаться и за лучниками, да? Восемнадцать убьем, получается нормально. Так, не торопитесь, никуда не бегайте, пока я вас всех не задел. От огра, я думаю, убежим сейчас, может быть, сразу убьем. Деньги есть, как бы я могу позволить себе затраты. Так, вы спите, потому что опасно, ребята. Сюда мы закидываем банку. Шарик будешь закидывать? Да, само собой. Как же не применить-то способность? Ну, эти спят хотя бы. Давайте, знаете, что сделаем? Где у меня тут? Надеюсь, забайтится на это. Очень надеюсь. Отдыхайте, друзья. Блин, а сейчас серьезно? Сработало. Ританул хотя бы. Ой, блин, пырнул больно. Ну хотя бы не тиран. Ой, не ветеран, вернее. Бьет один раз только. Так, а в кого ты будешь метать? В лучника, да? Ну, их уже маловато осталось, поэтому я постарался. Тут гоблины опасны, блин, много сносит. Девять, одиннадцать, 13, 20. Так, медведь хилится. Давай вот так. И останется еще ярость для огра. Я все-таки убью огров. Ну, просто, чтобы они не тонались, не тынялись тут в тоннелях. Потом надо будет, правда, войска после этого покупать обязательно. Нормально так. Шарик опять? Нет, еще на КД, видимо. Во-во-во, убивайте их.
Злобоглазик, живи. Надо жить. Ну, оглуши ты их. Во. Красава. Один, три. Че это такое? Хватит уже. Разбойники. Убивать. Что еще делать? Не смотреть же на них. Держи. Так, минус катапульты. Хорош, кританул. 40 лучников я потерял на этом. Сильный, давайте-ка сохранимся. И я схожу на сильного. Смотрим, насколько они сильные. Сколько тут огров? 4. Ух, ё. Не, как бы я справляюсь, но... 4 огра. Давай вот так. Не задену одного тогда. А так двоих, блин. Если напрямки бить. Так, ветеранов нету, да? Обычные все. Все равно можно попросить сотворить дичь какую-то. 400. Держи на 700 ответочку. Мало очень урона ученые дают. Ну, алхимики в смысле. Они уже просели нормально так. Ну сколько их? 20? 20 с чем-то я могу нанимать. 25 где-то. У меня только 7. Блин, вот с ограми будет возня, конечно. Но здесь стрелы дракона надо. И вот этих вот убивать. Так мало гномов, говорю. Гоблинов мало сношу. Огров, вероятно, тоже стрелами драконов придется убивать. У них здоровье. Погнали. Медведи здесь недалеко. Я буду пополнять армию 100%. Тут после такого, блин, однозначно нужно. Усыпи его, красавчик. Главное усыпить самый опасный отряд. Остальное все мелочь. Забрал сундук, зараза. На медведей ты зря напал. Медведи — это серьезная сила. Ха, два раза подряд. Не успел даже встать, как второй раз упал. Так, давай-ка, заряжай. Что-то урон как-то просел у лучников, да? Ну, конечно, у меня половина лучников, блин, только. Так, огры уже готовы бить. А этот дурачок, понятно. На то они и огры. Не кританул, хорош, не потратил. Крит. Как бы вас так задеть, а, зараза. Чтобы не задеть своих. Во, хорошо. Пойдет. Будем сейчас огра уже бить. Другому не получается. Не уснул, да? Круто. Конечно, в лучников полетит.
Хватит уже мечников обижать, блин. Так, давай орков режем. Надо их принимать. Ой, блин, сейчас больно будет. Не надо в злобоглазов. Ох, охренеть. 7. Здоровая хреновина, блин. Не, ну огры на самом деле норм. Они хороши. Давай поэтому его убьем. Критани, пожалуйста, или максималочка. Ну блин. Такое себе. Продолжаем по дальникам работать. Нифига на его не это. Да вы гоните, что ли? Ты огра добить не можешь, придурок, блин, с бочонком. Бесполезное. Надо вас выкинуть после этого боя. Окончательно. Так, вот эту надо добивать. Иначе он еще раз сильно ударит. Это все-таки пятерка. Не какой-то там непонятный чел. Так, подставлюсь под огра, да? Не хочу. Их два, как бы. Хотя я мог подойти ударить. Я мог, в принципе. Ладно, остался огр и два стрелка. Метателя. Хорош. Только вот этого недостаточно. Так и со злобоглазами можно попрощаться, блин. Не, ну пока вроде хватает для найма. Вроде как хватает. Сейчас хорошо бы вот так прыснуть. Так, не подставляемся. Так, давайте в огра кидывать. Этот умирает. Медведи под ускорением делают свое дело. И ты, получается, тоже умираешь. Такие дела. Большие потери, конечно, но что поделать. Да, кстати, ровная половина лучников осталась. Забавно. Так, ну я сделал задание. Орка больше нет. Отличные новости. Теперь я могу смогу снова восстановить музей. Правда, времени на это уйдет очень много. Держи свою награду. Послушай, а скидок для тех, кто музей ваш от орков защищает, случайно у тебя не предусмотрено? Открой вход за 500 монет. А-а-а, идите нафиг. С этими 500 монетами. Зачем мне туда? Я все посмотрел. Осталось два злобоглаза в запасе. Давайте думать алхимиков, на кого менять. Это вопрос. Ну, вероятно, на каких-то стрелков. Не знаю, мишек, ладно, не буду брать. Может быть, на нежить переключиться? Блин, это надо... Я не знаю, как мне переключиться на нежить, чтобы с минимальными затратами. Можно вот этих попробовать взять. Вернуть их в строй.
Ну, что-то как-то не особо хочется, если честно. Ладно, поплаваем еще, поищем. Да и мечников надо. Эх, нежить, нежить. Мне надо прокачать еще сильнее темного командира на троечку. Когда не атака плюс 7, инициатива плюс 2, я буду вообще тогда рулить среди нежити. Давайте тут кого-нибудь посмотрим. Да нафиг мне твоя лодка? Ничего интересного. Ничего интересного. Ладно, в общем, давайте мы на этом остановимся. Вот. Перед следующей серией я схожу, заберу мечников еще. Продолжим с этого места. Заберу мечников и еще один отряд куплю. Не знаю пока, кто это будет. Посмотрим. Вот. А на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И до встречи.